Всем привет! Вечер 15 августа. Вчера делал первую пробную прививку. Находится она вон в том желтом осиновом улье. Предлагаю сходить посмотреть, какой там прием. А потом начнем мед отбирать. Ну а сейчас первым делом руки тянутся сюда. Сейчас мы глянем, что тут получилось у нас. Как вообще дело обстоит. Надо вот что сказать. В этой семье есть матка. И прививку я сделал, получается, в семью, где есть матка. Но они здесь закладывали тихосменные маточники постоянно. И я на этом решил сыграть. Думаю, а вдруг они примут хотя бы несколько личинок? Сейчас я немножко их тут успокою дымком. Ну вот. Сейчас посмотрим, что получилось из моего вчерашнего мероприятия. Если хоть одна, это уже будет здорово. Ну вот одна-то значит есть. Вот то, что они здесь так трутся. Нет, все чисто. Прием нулевой. Абсолютно никакого приема нет. Воску налепили на них. Но строить не стали. Хорошо, отложим это в сторонку. Отложим и посмотрим, как там тихосменный маточник, который они еще один заложили. Что с ним? Опа. Где он хорошенький? Пока не вижу. Вот он, на этой стороне. Яйцо в нем есть. Вот сегодня положили в него яйцо. Не знаю, как показать, но там яичко. Вот в этом вот маточнике. Положили, ладно. Будем знать. Яйцо стоячее. Какое у нас сегодня 15-е? Вот сейчас на этой стороне, где этот стоит маточник тихой смены, мы тут это число и выбьем. Август. 15-е. Не знаю, прополиса здесь много. Ну, ладно. Все ясно. Будем знать, где искать. Обидно, досадно, старался я, хотел как лучше, но надо все-таки сделать прививку в семью осиротевшую, безматочную. Тогда это будет работать. А так, увы, прощения просим.